фишбалы – это вкуснейшие рыбные шарики или миниатюрные котлетки с аппетитной хрустящей корочкой, готовится просто и быстро. Такой деликатес украсит праздничный стол и поможет разнообразить меню. Фишбалы можно употреблять в качестве самостоятельного блюда или дополнять их гарниром, в качестве которого используется рис, картофель или овощи. От таких фишбалов все в восторге, они нежные, сочные, хрустящие и ароматные, хороши как в горячем, так и в холодном виде. Хочу с вами поделиться, как приготовить фишбалы. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты. Из рыбы сделайте филе. Филе пропустите через мясорубку вместе с луком. В рыбный фарш выдавите чеснок. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Укроп мелко нарежьте, добавьте в фарш. Вбейте яйцо. Фарш немного посолите, хорошо вымешайте. Добавьте манную крупу. Из фарша скатайте маленькие шарики, обваляйте их в сухарях. В небольшую кастрюлю налейте масло, поставьте кастрюлю на огонь и хорошо разогрейте масло, по несколько шариков обжаривайте в кипящем масле до золотистого цвета. Фишбалы достаньте из масла, положите на бумажную салфетку. Подавайте фишбалы горячими на шпажках. Или выложите горкой на тарелочку. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Продукты и их количество, далее. Горбуша, 800 грамм. Лук, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Яйцо куриное, 1 штука. Манная крупа, 2 столовые ложки. Укроп, 1 пучок. Сухари панировочные, 150 грамм. Масло растительное, 400 миллилитров. Количество порций 5-7. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите снова.